Доброе утро, Пермь. Меня зовут Надежда Карпушина. Я являюсь тренером Центра собаководства по одному из таких специфических видов спорта, как вид пулинг, то есть тяжелая атлетика для собак. Он возник для демонстрации тяговой мощи собак. Его использовали на Аляске, когда добывали золото на приисках. То есть, в общем-то, в какой-то степени он был, наверное, для развлечения людей, которые там были. И постепенно перерос в спорт как таковой. То есть... Теперь вот в Перми вот он развивается с 2003 года. Мы нынче будем отмечать 15 лет. Для этого вида спорта подходят любые породы и беспородные собаки. То есть обязательное условие – собака должна быть физически здорова, не иметь каких-то дефектов опорного аппарата, то есть хромота, там, с переломы костей, вот, нежелательно. Правильная тренировка по вид-пулингу под контролем ветеринарного врача и специалиста позволяет дать достаточную нагрузку собаке, как бы, и безопасную для ее здоровья. Развивается все – и каркас костный, и мышечная система, и сердечно-сосудистая система, потому что постоянные равномерные нагрузки позволяют нагружать систему поочередно. Очень часто на форумах, на социальных сетях обсуждают наш данный вид спорта как вот некое издевательство над животными, что мы их принуждаем брать непосильный вес и так далее. Ничего подобного. Собаки, которые отказываются тянуть или еще что-то, мы предлагаем им заняться чем-то другим, как бы, и берем только тех, кто действительно способен тянуть. Тренировка у нас проходит раз в неделю, этого вполне достаточно, дать это, физическую сильную нагрузку. А тренировка всегда вес доступный для собаки, то есть мы ей помогаем, и она всегда побеждает, что позволяет ей верить в то, что она самая сильная. Со стороны кажется, что это мелочи на самом деле. Ну, если вот посчитать суммарно, сколько собак за тренировку вытаскивает. То есть они делают 20 подходов, допустим, с общим весом там 150 килограмм. В какой-то степени это тот же фитнес для собак. Если у вас есть питомец и у вас есть время, вы хотите улучшить взаимоотношения со своей собакой, приходите, мы всем рады. У нас тренировки проходят на свежем воздухе и позволяют объединиться владельцу и собаке.